Добрий вечір, це «Тема дня», і сьогодні ми поговоримо про реалізацію проєктів громадського бюджету 2018 року у Миколаєві. Як реалізуються ідеї миколаївців щодо покращення міста? З якими перепонами стикаються автори під час реалізації проєктів? І чому і досі не всі проєкти громадського бюджету 2017 року реалізовані? Поговоримо сьогодні з громадським діячем, автором одного з проєктів переможців громадського бюджету Миколаєва 2018 року Денисом Барашковським. Денис, я вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, і свої запитання ви можете поставити за телефоном 76 92 33. Денис, будь ласка, спочатку у вас було два проекти: великий спортивно-розважальний комплекс Микита Кожум'яка та малий тренувально-ігровий майданчик Коти Горошко. Чому ви їх вирішили об'єднати? Я их объединил, потому что так потребовали прописанные условия реализации громадского бюджета, потому что на одной территории, условно говоря, в одном парке, в одном сквере нельзя реализовывать автору двух проектов, а одновременно два проекта. Когда мне это объяснили на координационной раде, я принял решение объединить два проекта в один. И, в принципе, не потеряв идею, не потеряв идеологию, детскую площадку и спортивный игровой комплекс мы смогли реализовать в одной локации, которая сейчас называется игровой майданчик КТ «Горошко» или там великий спортивно-развлекательный комплекс КТ «Горошко». А в чем полягают переваги вашего проекта? Изначально, когда ко мне обращались мои соседи, мои друзья, которые живут, в принципе, там же, где и я, это территория возле 39-й, 22-й школы, в районе 4-й больницы, там два больших парка, парк Шевченко и парк юных героев. Так вот, парк юных героев, 3 гектара земли, совершенно не обустроен для того, чтобы можно было там проводить время, кроме людей, у кого есть собачки. То есть собачники там очень себя хорошо чувствуют. Я, в принципе, сам как владею собакой. Конечно, хорошо там выгуливать собак. Но для мамочек с детьми и родителей, и отцов, для людей пожилого возраста, для деток очень мало там есть возможностей для нахождения там с пользой. Там сделана маленькая, небольшая детская площадка, совершенно не освещенная. То есть, после, допустим, сейчас после пяти, там полная темнота. Вот. И все это, парк Шевченко то же самое. Там стоит некая игрушечная детская площадочка нелегальная. Это во время выборов. Один из депутатов, будучи кандидатом, подарил, условно говоря, площадку, которая не находится на балансе ни у какой структуры, ее не обслуживает, и она постепенно разрушается. Вот это все, приняв во внимание, понимая, насколько много, какой большой жилищный массив и сколько жителей в этой территории, я принял решение тогда пойти с этим проектом, объединив детскую площадку, спортивную и спортивно-развлекательный комплекс в одно, предоставить возможность жителям этого микрорайона проводить там время. И постарался максимально включить то, что я считал нужным, это и тренажеры разного рода развития, от практически профессиональных до обычных турников и брусьев, и детские комплексы, естественно, лавочки, возможности заездов пандусов для людей с ограниченными возможностями, чтобы туда могли прийти люди вечером, там два столба с солнечными батареями, которые будут вечером освещать эту территорию. То есть, в принципе, постарался реализовать то, чтобы люди могли там провести время с пользой в любое время суток, в разумных пределах, естественно. И сейчас как раз мы в стадии реализации этого проекта и находимся. Скільки голосів від містян ви отримали під час голосування та з якими перепонами зіткнулись під час реалізації? Ну, голосування дійсно в перший рік було дуже складне і тяжке. Мы боролись действительно за каждый голос, за наш проект. КТ «Горошко» проголосовало 685 человек. Условно говоря, если бы я там хотел баллотироваться в депутаты, то мне бы этих голосов хватило. Вот. Но, конечно же, это шутка. А идея в том, что 685 человек поддержали эту идею. Из тех 20, когда мы начинали эту идею обговаривать, то есть практически, ну, представьте, какое количество людей дали свой голос для того, чтобы
идея перешла в стадию реализации и стала реальной территорией, реальной локацией. Я стал 9-м из больших проектов, то есть получилось, условно говоря, 9 миллионных проектов, ну так, те, которые проекты до миллиона гривен. И, насколько я вижу, единственный, кроме школ, победил из больших проектов. Да, потому что все остальные победили у нас школы и проект Украинской академии лидерства с пляжем. Стрелка их там с пляжем, с благоустройством пляжа. На сегодняшний момент могу вам сказать, что из этих 9 проектов крупных в стадии реализации на таком уровне, как у нас, уже как бы идут строительные работы полным ходом. Мы единственные. Возникло очень много сложностей с реализацией проектов. Тобто ваш проект на даний момент вже реалізується, так? Да, я прошел экспертизу. В работе зараз він знаходиться. Да, перед тем, чтобы он вошел в работу, надо было сначала провести экспертизу. До экспертизы нужно было выбрать проектанта и с проектантом детализировать идею. Потому что то, что происходило на голосовании, до голосования, это всего лишь идея, оформлена там в 5-10 строчек. Ну, да, то есть как бы, а проект, вот у меня сейчас есть этот проект, там порядка 40 страниц детализированных строительных, монтажных, установочных работ. И проект и экспертиза показали, ну, в каком-то смысле нашу наивность как горожан, как мы считаем эти все сметы, потому что на самом деле смета считается с учетом многих нюансов. И так как мы этого не знали, мы хотели запихнуть в этот миллион или там в эти 796 тысяч, которые предоставлены мне, но не мне, а распоряднику Кошти в ЖКХ. Я лишь имею авторский нагляд за этим процессом. Вот, в эти 796 тысяч мы попытались запихнуть все то, что планировали в идее Категорожка и Кожемяки, да, в двух ипостасях. Мы уже знаем, Категорожка реализуется очень успешно. Я слежу за ежедневно за процессом реализации, я контролирую стройку. Ваш проект вже в роботі, так? І у нас да. Є відео, і глядачі можуть на власні очі побачити, що там відбувається. Денис, будь ласка, прокоментуйте. Ну вот мы видим сейчас завершена дорожка через парк, который рассекает две локации на детскую площадку и спортивную. Это мы видим стритбольную площадку. Строители подрядчика подготавливают под фундамент. Это уже готовая площадка под группу турников и спортивного снаряжения. Вот мы видим, видите, практически подготовленная основа под... Ну, сейчас уже она полностью готова. Завтра будет заливаться асфальт. И это столб, куда будет монтироваться яма под столб, освещение. И к нему же будет смонтирована камера видеонаблюдения, которая будет подключена к системе беспечного места. Для меня это был принципиальный вопрос безопасности, сохранения имущества и инвентаря, чтобы и вандалы не уничтожили, и чтобы родители могли наблюдать за своими детьми. Плюс вечером камера будет работать, что тоже немаловажно. И мы будем видеть, что происходит на этой территории. Вот, в том числе и уменьшение криминогенной напряженности в городе, в районе этих парков, также нам не безразлично. Это ребята разравнивают фундамент. А это, кстати, вот маленький бригадир бегает, наш щеночек Гарик. Мы с ним вместе контролируем процесс. Ему очень нравится, видите, он так дотошный ко всем деталям, очень присматривает за всеми. Тобто роботи по втіленню в життя і реалізації вашого проєкту тривають. І нагадаємо, що це парк юних героїв Віті Хоменка та Шури Кобера. Да, старе названня, парк Шури Кобера і Віті Хоменка, по-новому, да, парк юних героїв. Це чудесний парк, який з включенням вот цієї території в комплекс парка, он станет, наверное, все-таки изюминкой в центре города. Плюс не забывайте, это стык и Заводского района, и Центрального. И тут большой спальный район за 22-й школой. И вокруг нас большое количество 9-5-этажных домов.
Ось ми побачили, як реалізується проєкт нашого сьогоднішнього спікера. А скажіть, будь ласка, Денис, чи всі проєкти-переможці реалізуються так успішно, як ваш? На жаль, ні. Більше того, більшість із великих проєктів ще навіть не почала реалізовуватися. І є для цього багато причин. І перша з них – це та, що з моменту, коли ми подавали смети, зменшилися, добавилося сложностей, в тому числі і фінансових, увеличилась розходна частина. У некоторых проектов от 10 до 30%. Вот. И они не влазят уже в те суммы, которые анонсировали при подаче проектов. Еще есть вторая сложность – это найти проектанта, который будет реализовывать этот проект, эти проекты. Потому что здесь практически отсутствует коррупционная составляющая. Проекты прозрачные, проекты публичные. То есть, условно говоря, прилепить что-то сюда втихаря очень сложно. А что это значит? Я вам могу сказать одно, что ряд моих знакомых, строителей, которые занимаются в строительном бизнесе, когда они изучали мой проект, когда я искал подрядчиков, когда мы изучали, кто будет реализовывать, они сказали: Денис, за эти деньги это практически невозможно сделать такой проект. Если бы он стоил 3 миллиона гривен или 2,5 миллиона, это было бы им интересно. Вот, к сожалению, так прописаны условия, подрядчикам не выдаются авансы. И вот сегодня у нас был круглый стол, площадка в Крапивницкого, открытый Николаев, там собирались разные победители проектов, и у большинства из них серьезные проблемы по реализации проектов. Подрядчики не хотят работать, потому что они должны вкладываться, и за ними будет довольно серьезный контроль. И со стороны общества, и со стороны контролирующих структур. Потому что малейшее упоминание в СМИ может поставить жирный крест на этой фирме, которая делает неправильно или не по технологиям такие глобальные проекты для города, за которые голосовали тысячи или сотни горожан. И это есть проблема. Во-вторых, от момента, то, что я сказал в начале, победы до момента реализации прошло более полугода, прошла инфляция, суммы изменились, и сложно сейчас пересчитать то, что было заложено еще полгода назад. Вот, поэтому, к сожалению, есть нюансы, с которыми столкнулись победители проектов, хотя надо отдать должное, городские структуры, в принципе, помогают по максимуму. Но бизнес как бы в ожидании, потому что довольно-таки сложно вкладывать свои деньги. Еще раз отмечу, что, например, в ЖКХ подрядчикам не дает аванс. Вот у меня миллионный проект, условно говоря. То есть можете себе представить, подрядчик должен сам выполнить все работы, а потом их за выполненные работы получать в ЖКХ деньги. То есть это довольно-таки сложно и найти подрядчиков, и это же серьезные вложения. Например, у меня сейчас идет провал по оборудованию, потому что надо оплатить более около 200 тысяч гривен за это оборудование. Подрядчик не может, он должен хотя бы часть сделанной работы провести, процентовать, то есть чтобы ему ЖКХ вернули эти деньги, и только потом он будет закупать дальше оборудование. Понимаете, перед какими мы стоим сейчас выборами. И это я, который уже, в принципе, реализовывает проект. За других я вообще молчу. И все ж таки ваш проект реализуется. А чи відомо вам, що з проектами громадського бюджету минулого року, якщо вам відомо, на якій стадії їх реалізація? Вот, пожалуйста, проект «Умная остановка», один из победителей тоже крупных проектов возле Крапивницкого. Там планировалось, библиотеки Крапивницкого, там планировалось облагородить территорию в сквере возле, на территории перед библиотекой, и сделать хорошую остановку с Wi-Fi, там умная остановка. А насколько я знаю, работы какие-то идут,
Но сегодня не то, что там жалобы поступили от победителей проекта этого, но они, сами победители говорят, они не верят, что они успеют его реализовать в этом году. То есть снимается слой земли, то есть идут какие-то земляные работы, а посмотрите на погоду. День, два, три, ночью будут уже минуса, а там есть серьезные работы по, там, и по фундаменту, и по заливке. Это все надо, конечно же, делать еще вчера. Мы будем надеяться, что Александр Береза, глава центрального района, кому підпорядкований якраз виконання цього проєкту, він трішечки включиться більш активно і зможе доробити. Дуже важливо, щоб воно було дороблено. Ви згадали про Олександра Березу. До речі, ми телефоном зв'язалися з ним. І щодо минулорічних проєктів переможців громадського бюджету, адже саме на них була покладена реалізація 4 проєктів. Благоустрій дитячого майданчику за адресою Садова, 18, озеленення прилеглих територій у мікрорайоні Північні, розумне зупинка, про яку щойно згадав Денис Барашковський, біля бібліотеки імені Кропивницького по вулиці Потьомкінській. А також 4-й проєкт – облаштування зони відпочинку на Аляутському спуску. Чому відбулась заминка, розповідає Олександр Береза. Будь ласка, телефоном. Стосовно всіх проєктів, відбулася певна затримка, пов'язана з тим, що фактично гроші на реалізацію цих проєктів були отримані у другій половині липня місяця поточного року. Тому проєкти, які передбачали замовлення проєктно-кошторисної документації, які можуть бути виконані тільки як капітальні, ну, по капітальним видаткам, звісно, що сама розробка потім проєктно-кошторисної документації потребувала часу, проходження державної експертизи проєктом теж потребувало часу. І це все в сумі призвело до того, що значно здвинулись строки реалізації самих проєктів. Якщо, наприклад, говорити про розумну зупинку, то на сьогоднішній день вже підписані договори з підрядником, тобто було замовлено, розроблено ПКД, пройдена державна експертиза, отримано позитивний висновок, і підписані договори, і вже підрядник почав певні там підготовчі і демонтажні роботи на місці, і також виготовляє сам там металеві елементи в себе, ну, на базі в цеху. Поки Олександр Береза розповідав, у нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Ми слухаємо. Здравствуйте, Денис, можна вопрос к вам? Скажіть, пожалуйста, а в городі Николаєві не умеют просто делать деньги. Вы помните, древние как говорили, что деньги не пахнут, да? Поставьте туалеты в городе Николаеве, пусть капает в бюджет вам деньги. Посмотрите, это проблема номер один. Да, кроме Макдональдса некуда пойти больше. А вот старый вокзал, посмотрите, сквер загадили уже. Уже в домах люди не могут жить близлежащих. Неужели нельзя поставить туалеты? Я Степанцу обращалась, писала ему, но реакции никакой. Он хороший такой мужчина, улыбается красиво, но уже ничего не делает. Будь ласка, Денис, ваша відповідь нашей глядачки. Я только могу в контексте громадского бюджета порекомендовать вам подать проект благоустройства, установки там одного или двух туалетов в городе Николаеве. Или эту идею, может быть, кто-то может подать из ваших близких. И так же само подаваться на громадский бюджет, находить места, локации, то есть как бы, хотя, ну как бы это выглядело, как бы это не выглядело смешно в данной ситуации, конечно же, ну, город должен об этом позаботиться и обустроить нужным количеством туалетов горожан. Дійсно. Денис, будь ласка, 23 жовтня на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook ви розмістили пост про загальноосвітню школу номер 15, де мав відбуватися капітальний ремонт спортивного майданчику. Будь ласка, прокоментуйте. А потім ми повернемося до бюджету. Ось ми бачимо... Це ми з вами наблюдаємо зараз победителя тендера на «Прозоро». Компанию некую, которая зашла и получила задаток 500 с лишком тысяч в августе.
На сегодняшний момент она стала победителем в августе, а только лишь после поста моего в социальных сетях и благодаря вот журналистам, которые поставили многие сайты николаевские эту новость, подключились к этому. На следующий день буквально прибежали, я уже говорю, как есть, прибежали ошарашенные подрядчики в школу, заехала фура, заехал подрядчик на легковой машине в школу, начали там что-то копать и делать. Сейчас я могу сказать одно, что сняли асфальт. Меня настораживает в этом случае только лишь одно. То, что мы видим с вами на примере громадского бюджета и внимание города к проектам, за которые они голосуют, совершенно противоположная ситуация происходит с теми проектами, которые, условно говоря, идут втихаря. Слава богу, есть прозоры, любой горожанин может посмотреть, что происходит, почему я держал на контроле этот проект, потому что лично я его 3 года и протаскивал, в прямом смысле слова, я его протаскивал по кабинетам. Я член Батькивского комитета 15-й школы. Ко мне обратились родители, мы собрали подписи. С 2015 года я выкладывал видео в YouTube. В 2016 году я добился, чтобы провели экспертизу. Вот. И в 2018 году уже отдельной строкой в бюджете 2018 года был капитальный ремонт 15-й школы. Прошли тендеры, один тендер, его что-то отменили по каким-то там причинам, какая-то вот компания вот это демпинговала ценой. Окей, Прозор — это классный инструмент, но представьте себе, компания получила 500 000 задатка от управления коммунального строительства и 2,5 месяца... Мы бачимо знову таблицу. Вот-вот, в этой таблице уже посмотрите, насколько просрочены графики. На сегодняшний момент уже... Мы давным-давно вышли в красную зону территории, где можно ложить асфальт в разумное время, в солнечное время, с нормальным температурным режимом. Мы бачимо и цей маленький стадион в 15-й школе номер 15, верно. Так? Да, вот сейчас вот этот весь асфальт снят, и как бы ждем от того, что подрядчик закатает новым ровным асфальтом. Но у меня уже к этому подрядчику, как бы, понимаете, веры нет. И я возьму и приборы, которые меряют температуру, когда они будут укладывать асфальт. И возьму профессионалов, специалистов, которые будут со мной так же самое вести этот общественный контроль за укладкой и созданием спортивного стадиончика полноценного для наших детей. Ведь на самом деле это большая проблема. Вот эти ухпедрядники, знаете, как их я назвал в Фейсбуке, на прикладе там спорткомплекса «Надежда» и так далее. Так не должно быть. И я тогда обратился и к Александру Сенкевичу, городскому голове, и к другим людям, к профильным управлениям, которые должны контролировать это. У нас, к сожалению, так получается, что только СМИ пишут, только тогда начинаются процессы контроля, а значит улучшение качества. Вы понимаете, в чем проблема? Мы с вами боремся за качество, ведь это школа, 700 с чем-то детей должны заниматься на нормальной площадке, и все бы это, если бы я не написал пост, когда бы они начали работу, мы с вами не знаем, мы можем только догадываться, но меня волнует одно и самое важное, а какие санкции применены к этой фирме за нарушение, ведь они подписали договор реализации, у них есть пошаговая инструкция, и за такие нарушения они должны понести ответственность, я считаю, материальную. Возможно, чтобы они попали в черный список вообще. Зачем нужны такие фирмы, которые надо за уши затягивать? Они получили задаток, и они не реализуют, не делают то, за что взяли деньги. Зачем вы занимаетесь этим делом? Может быть, это не ваше? А если вы привыкли делать втихаря и тяп-ляп, так извините, такое уже прошло. По крайней мере, не в этом случае. Будь ласка, Денис, чи можуть глядачі, ті, кого хвилює саме питання влаштування спортивних майданчиків в школі або в дитячих садочках, взяти до уваги ваш досвід? Легко, і це дуже важливо, щоб вони брали цей опит, і я благодарен вам, що ви пригласили мене на цю передачу, щоб кожен услышав і увидів, що у нього є свій інструмент. Не завжди, може бути, навіть фотографія в соціальних сетях, іноді предупредити, скажем так, непорядочных строителей, непорядочных подрядчиков, видео, обращение в горсовет, публичное обращение в социальных сетях. И если за этим обращением стоит правда,
то я более чем уверен, что будет резонанс, а значит, и будет результат и улучшение качества, что является для нас основной задачей и приоритетом. Денис, спасибі. Часу більше немає. Це була тема дня з Денисом Баришковським. На все добре.